здравствуйте! В эфире передача телерадиокомпании «Волна Плюс» на «Волне удачи». Сегодня в студии ее ведущая Елена Лисицкая, победитель детской странички в нашем еженедельнике «Волна» Владик Хозяинов. Мы поздравляем его, благодарим за участие и дарим сладкий подарок от партнера детской странички компании «Альфа-Окна». А если и вы хотите выиграть сладкий приз, отгадывайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. 150 рублей на телефон за правильный ответ мы перевели Марине Волынкиной. Сладкий приз в подарок от детской странички еженедельника «Волна». Мы ждем детские ответы на очень сложные вопросы каждую субботу с 10 до 15 часов по телефону 3-55-25. Желаем удачи и приятного семейного чаепития! А мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем сладкие подарки от грузоперевозок «Муравей» и мебельного магазина в торговом центре «Альфа», а также сертификат на музыкальное поздравление на кабельном телевидении «Волна». Первым определим победителя розыгрыша кроссворда. Сегодня в нем участвуют 13 человек. Между ними разыграем сертификат на музыкальное поздравление. И наш победитель – Валентина Балагуровская. Поздравляем! Переходим к конкурсу сканвордов. Сегодня в нем участвует 16 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей». Второй победитель – Андрей Пашков. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 11 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от магазина мебели в торговом центре «Альфа». И сладкий подарок получает Андрей Калиниченко. Поздравляем! Всех победителей ждем в течение недели в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание «Объединение «Волна». На этом наша передача подошла к концу. Увидимся ровно через неделю.